Я много раз встречаю любителей музыки, которые говорят, как жалко, что Шуберт не успел закончить свою неоконченную симфонию. Как обидно, что смерть не позволила ему дописать третью и четвертую часть. Сколько раз в моей жизни мне пришлось говорить, что неоконченная симфония не последняя симфония. Шуберт не мог дописать не потому, что ушло физическое тело, а потому, что он подлинный романтик. Он понял, что бетховенского выхода, как в пятой... не будет. Потому что вся энергия перекочевала из области разума в область чувства, в область сердца. Невероятная человеческая гармония, изыск, попытка постичь совершенство, попытка поговорить с Богом на языке вечности отступил, потому что в первой части он высказал все, что такое романтизм, что такое трагедия чувства художника. Те, кто читали гофмановского крошку Цахес по прозванию Ценнобер, помнят эту вечную идею великой несправедливости. Помните, маленький Аульраун, карлик, умственно неполноценный, рожден, лежит в корзине, фея подходит к нему, ему суждено, кажется, быть посмешищем всех, это страшная судьба, рожденный урод, и говорит, я не могу тебе подарить прекрасное тело, красивую внешность, нет. Но я сделаю все так, чтобы все прекрасное, что вокруг тебя будет твориться, будет приписано тебе. Вы помните, что там происходило? Вы помните, сколько благородных сердец кипело негодованием, когда замечательный, талантливый студент читал свои стихи, посвященные своей возлюбленной, все кричали «Браво, Ценнобер, божественный Ценнобер!» И этот карлик, идиот, сидел и говорит «Ничего, я на досуге накропал стихи, надо, подумаешь, мелочь!» Это не мелочь. Это вот больное сердце романтика студента, который ночь не спал и писал стихи. А слава досталась крошке Цахесу. Шуберт был первым, кто понял одну очень важную вещь. Ум человеческий имеет пределы. Глупость человеческая беспредельно. И он понял это. И на земле прекратилась классика. Ушла вера в совершенство и гармонию разума, которая питала всех от Баха до Моцарта, Бетховена и Гайдна. И пришло знание о том, что, увы, глупость беспредельна. И она давит. Отсюда неоконченная симфония. Ее нельзя ни физически, ни духовно закончить. У нее не может быть финала, как не бывает финала у человеческих страданий, у безответной любви, у одиночества. Жизнь улиц – участь одиночек. А где же спасение? В чем спасение? То, в чем Шуберту в жизни не повезло, повезло нам. В отличие от всех композиторов, существовавших до него и после него, он никогда не видел публики.
У него ее попросту не было, потому что он не был профессиональным композитором, не входил в их объединение, их общество. Он был помощником школьного учителя, нищим, писавшим музыку для узкого круга друзей. И вот эти друзья собирались в небольших помещениях, так называемые шубертиады, где Шуберт играл вновь созданную музыку. Поэтому Шуберт не видел и не чувствовал и не думал о кассе, о публике, о том, как арендовать зал, сколько это будет стоить, как это понравится или не понравится публике, каким музыкальным эффектом нужно привести музыку, чем воспользоваться, чтобы в следующий раз пришло еще больше публики, и чтобы можно было поднять цены на билеты, и чтобы пришел какой-нибудь критик и написал: «Это было гениально, господа, родился новый Бетховен, новый Моцарт». Нет, Шуберт ни о чем этом не думал. Он писал музыку для людей рядом с собой. И отсюда родилась совершенно уникальная музыка. Что бы то ни было, Иоганн Себастьян Бах владел огромным органом, приходом. Тысячи людей приходили на богослужение, и он знал, что его музыка имеет конкретного слушателя. Как бы то ни было, люди не просто любили Бетховена, а ждали очередной симфонии. Что-то Бетховен скажет после симфонии судьбы, после пятой. Он скажет в шестой о природе, напишет пасторальную. А что будет после пасторальной? Танцевальная, как назовет Вагнера. Седьмая, восьмая, девятая. В девятой Бетховен так понял, что у него много публики, что в девятой Бетховен обращается ни много ни мало ко всему человечеству. Обнимитесь, миллионы. Ничего этого не было у Шуберта. Его пятая, скажем, симфония звучит как обращение к Моцарту. Вот Моцарт, который сидит, может быть, рядом с ним. И вот он хочет просто продолжить идею Моцарта и обратить внимание всех, кто сидит вокруг Шуберта. Слушайте, какой Моцарт. Па-ра-па-пам, до-ра-та-там. Никаких деклараций, никаких безумий. Поэтому, как только вы видите в программе имя Франц Шуберт и идете на концерт, то вы должны знать, вы должны уметь виртуально приближать себя к исполнителю или исполнителя к себе. Как только вы это сделали, Шуберт ваш. Вы должны чувствовать, что Шуберт играет на расстоянии нескольких сантиметров от вас. И тогда произойдет чудо. Мы сейчас с Настей сыграем только кусочек, несколько первых секунд сонаты. А для начала ее зерно. Шуберт берет зерно, как это и положено в культуре, и сажает его в землю. Зерно тяжелое, зерно печальное, зерно больное. Вот так звучит оно. Мы сейчас с Настей играем вот так. Ни гармонии не будет, я не буду вибрировать. И вы почувствуете, почему эта мелодия в начале, это мотив как бы чуть не смерти, или, по крайней мере, полной депрессии. Вот она. Все. Слышали, куда пошла мелодия? Вниз. Она не может развиваться. Ей не дали развить. Еще раз. Второй вариант. Видите? Все три раза. Та-да-да-да, там. Та-да-да-да, там. Третий вариант. Три единства, да? Та-да-да-да, там. Все. Что с ней делать? Ничего. Более того, Шуберт не дает никаких указаний, как ее играть. Вообще никак. Ну, никак не играть. Потому что у нее нет развития. А зерно-то не сама мелодия. А зерно всего лишь вот. Запомнили? Мажорное трезвучие. Итак, мы играем еще раз. А потом, послушайте, что сейчас Шуберт делает. Мы вдохнем, и вдруг эта же мелодия наполнится
кроветворной жизнью. Я дам шанса. Мы часто говорим «великие романтики». Шуман, Шопен, Брамс, Безумный Лист, этот огромный, грандиозный Вагнер, да. И мы говорим, что Шуберт, Франц Шуберт, это первый романтик. Даже в некоторых книгах он относится к тем самым венским классикам. Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт. А в других Гайдн, Моцарт, Бетховен, их три. А Шуберт уже туда, к романтикам. И вот такое двойственное положение. В чем дело? Знаете, о Шуберте я мог бы говорить сам часами. Я безумно люблю его музыку. И очень многие музыканты, с которыми вы поговорите, они вдруг неожиданно могут сказать вам странную вещь, что не Моцарт, не Бетховен их кумир, и не Гайдн, и даже не Бах, а вдруг Франц Шуберт. Его музыке принадлежит будущее. Его музыка так бесконечно важна для нашего внутреннего самоощущения. В чем же дело? Почему одни говорят классик, другие романтик? Почему некоторые говорят вообще, что Шуберт – это самый великий композитор всех времен? Вот сейчас мы сыграем вторую часть этой сонаты. Фрагмент из второй части. И вот здесь одна из великих шубертовских загадок, которую можно попытаться разгадать. Вот рояль начинает играть, и это не... Нельзя сказать, что это какая-то красивая мелодия, достойная. Даже назвал ее немножко бюргерской. Ну, такая простая. Вот даже сесть на скамеечке перед своим домом, в палисадничке, подышать свежим воздухом и послушать. Особенно, когда дальше скрипка вступит вместе. Давайте сыграем. Дальше Настенька продолжает. Большой композитор писал, уже начинает. Но пока ничего с этого. Вот так живем, дышим, ходим. Я согласен, тоже возьму.
дальше. Вот вам и палисадничек. Вот вам фонтанчики. Так мы возвращаемся назад к этой простой мелодии, к этой домашней обстановке. А может быть, то чудо с развязшимся потолком нам только показалось. А в общем-то перед нами домашний музыкант с домашним музицированием. Как начинается последняя часть? Несколько звуков из нее. И ответьте мне на простой вопрос. Услышите, что это или нет? Вот она. Не будем тратить время. Сразу скажу. Помните начало первой части? Вот он посев. К чему это все привело? Через палисадник, через безумной красоты и совершенства познания. Ну-ка, закончим вместе эту же тему еще раз. Да. Он хотел быть как Моцарт, он хотел быть как Гайден, немножко как... Но оказалось, что у него ничего не получится. И он, рожденный четвертым венским классиком, вынужден был в силу судьбы, в силу обстоятельств, стать первым романтиком. Но не было публики. И даже отец не любил. Было одиночество, было непонимание.
Один раз Шуберт вышел на сцену. Это было в годовщину смерти Бетховена. Через год после смерти Бетховена Шуберт решил устроить концерт памяти Бетховена. И люди пришли не на какого-то неизвестного Шуберта, а на Бетховена, которого год уже нет с ними. И вспомнить лишний раз о Бетховене очень важно. И вот Шуберт вышел на сцену, непонятный, никому не знакомый, неизвестный маленький человечек в очках, какой-то неконтактный, ни Цицерон, ни оратор, никто. И сказал, что он очень любит Бетховена, и что он написал свою музыку, чтобы почтить память Бетховена. Шуберт стал играть. Это был первый публичный концерт из его музыки. Успех превзошел все ожидания. Публика закричала: родился новый Бетховен. Король умер, да здравствует король. Шуберту впереди грезила слава. Вот, ясно, он понят, он принят, он услышан. Так много денег получил Шуберт за этот концерт, что купил себе первый в жизни рояль. Боже мой, он играл на рояле несколько месяцев, а потом умер. А рояль был продан, и за деньги, за которые продали рояль, Шуберту, в отличие от Моцарта, сумели оплатить отдельную могилу.